Ну вот теперь и все. Чистота, красота. Вот так вот каждый вечер я мою у наших деток. Все чистенько, до утра все высохнет. И вот так вот красивенько у нас тут для моих любимых собачек. А у нас снова гремит гроза. Дождь пошел еще сильнее. Ух ты, слышите? Вроде бы и здорово, но не для нас. Ну, вот такие лужи. Ай-яй-яй-яй-яй. Но ничего, все равно приятно. Нашей природе тоже нужно пить водичку. Вот такое у нас сегодня заканчивается день. 12 октября 2024 года. Суббота, выходной. Нужно сидеть дома и пить чай. Ну, кто, что, чем занимается? А я чистотой и красотой. Все, всем спокойной ночи. Всем всего самого доброго и прекрасного. И не важно, что идет дождь. Все равно все прекрасно. Спокойной ночи.